Ребят, всем привет! Вы на канале Joint Games. Сегодня мы продолжим открывать яйца за 650 тысяч кристаллов. У нас вот до сих пор вот такие кристалл-ангелы, потому что они на сегодняшний момент, вот в данный момент, вот смотрите, питомцы, они новогодние у нас, кстати, всех с Новым Годом. У нас получается вот такой вот Lime Dragon есть. Ну, это вот он один-единственный эпик нам упал вот с этого яйца, за который 650 тысяч стоит. Мы будем надеяться на трех таких вот эпиков. Ну, пока что начинаем открывать, ребят. Ровно 100 штук открываем. Выпадает первая нам команда, да? Ну, ладненько. Ну, сразу же не выпадет какой-нибудь крутой. У Никуя падает, хорошо. Это как бы лучше, чем команка. Так, команка. Команки здесь, кстати, ну, такие, знаете, не супер плохие. Ну, именно по внешнему виду. Они неплохо выглядят, согласитесь. Прям такие красные, как вот демонические какие-то. А вот этот, ну, такой желтый, ну, оранжевенький он. Так, ну-ка, открываем. Ага, красненький упал, снова команка. Ну, у нас, в принципе, еще много яиц. И мы будем надеяться на эпик. Хотя, можно надеяться на какой-нибудь покруче эпика. Сколько там процентов-то у нас? 0,25. Кстати, это эпик все-таки. Нет, мы надеемся вот на какой-нибудь такой. Смотрите, эпик 0,25. Вау, так это вообще... Вау. Это почти нереально выбить. Кстати, смотрите, две рарки нам упало подряд. И из 10 рарок мы сделаем одну суперарку. Ну-ка, давайте посмотрим, сколько у нас рарок сейчас накопилось. Так. Лемон Фокс. Нет, Лемон Фокс. Подождите, Лемон Фокс. Да, вот они у нас. У нас, получается, еще один нужен Лемон Фокс. И мы сможем сделать... Кстати, вот он упал, ребят. Круто. Так, открывай. Ой. Оп, давайте смотрим статистика. Статистика. 290, 410, 390. Так, с Арктиком, если сравнивать, он лучше Арктика. Очень лучше Арктика, слушайте. По деньгам и по кристаллам он лучше. Так, а если вот этого сравнить, он тоже лучше. Намного лучше. Так, а если сравнить, например, с Уникорном... Ну, да, он чуть-чуть получше даже Уникорна. Ну, слушайте, оставляем мы, если что, потом будем прокачивать этого Лемон Фокса желтенького. И вот этот наш эпик, вот он, Lime Dragon. Так, ну, окей, открываем дальше. Надеемся, что нам придет еще что-нибудь. На эпик, конечно, ну, можем надеяться на целых 25 шанс выпадения этого эпика, но хочется что-то покруче, ребят. Я еще ни разу не выбивал вот что-то такое вот. Эпики-то ладно, это эпики. Эх, а интересно, это эпик или не эпик? Вот, которые очень маловероятно выбить. Вот эти вот. Они же, скорее всего, не эпики, да? Эпик, а вот это, наверное, это, я не знаю, как называется. Это, наверное... Кто-то в комментариях написал то, что это легендарка вроде бы. Насколько я помню. Если я ошибаюсь, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, как правильно их называть. Вот эти вот супер редкие скины питомцы, как правильно. Ну, питомцы, да. Так, ну, команки, ладно. Мы уже открыли 22 яйца. И упало нам сколько-то там, вроде 2 или 3 рарки, кстати. Это очень неплохой результат уже. Сколько рарок нам упало. Кстати, смотрите, у кого-то Lime Dragon он бегает. Кстати... Наверное, все-таки мы, да, сейчас переоденем их. Нам еще нужно... Один эпик нам нужен. Так, эпик нужен. Ну-ка, что там у него? Lime Dragon, Hellbat, Lemon Fox. Так, ну ладно. Crystal Angel мы сейчас будем снимать, скорее всего. И будем одевать эпик. И рарку вон ту. И нам нужен или эпик еще, или 10 рарок. Чтобы поменять вот этих Crystal Angel'ов на эпике вот с вот этого яйца, который 650 тысяч стоит. Так, открываем команка. Ну, команка, кстати, сейчас, наверное, у нас уже инвентарь заполнится. Ну-ка. Так, нет, у Нику, кстати, ну, у нас там у Нику, наверное, уже дофига. Ну-ка, вот так сделаем. Так, не делается. Нет, смотрите-ка, у Нику уж не дофига. Открываем еще. Кто-то там хочет со мной все... торговать. Давай согласимся с ним. Может, он что-нибудь хочет предложить нам? Интересно. Это вот же он бегает вроде бы.
Или нет? Нет, не он. Так, Комонка. Открываем еще. Рарка, хорошо. Вот нам надо еще, получается, 8 или 9 рарок. Так, ребят, открываем дальше. Смотрим, что же нам упадет. 37 уже мы открыли. Так, это у нас Common. Открываем дальше. Common нас вообще не интересует. Пожалуйста, давай что-нибудь уникальное. Ладненько. Так, а смотрите. Нет, так нельзя сделать. Ладно, открываем. Эпик! Land Dragon, ребята! Land Dragon упал, серьезно? Так, короче, вот этих мы убираем. Хотя, блин, у них статистика 900. Вот, охренеть. Статистики у них жесткие, конечно. Если вот с этими сравнивать. Так, ну давайте мы сейчас их оденем. Так, где? Вот они. Оп. И оп. Так они выглядят, посмотрим. Два Land Dragon и Lemon Fox. Lemon Fox, он бегает, да? А драгоны летают. Ну окей, открываем дальше. Мы будем прокачивать, значит, их. Так. Надеемся еще на один эпик. Хочется, конечно, чтобы все три эпика было. Чтобы они все летающие были. Так, у нас закончилось место, да? Давайте-ка мы поудаляем быстренько все вот эти вот ненужных беленьких. Комонов. Они нам вообще не нужны. Оранжев тоже удаляем, потому что только место заполняют. Так, вот здесь вот Арктик Фоксов я, наверное, тоже удалю. Ну, потому что слишком они место заполняют много. Так, и удаляем. Все, открываем дальше. Ребят, ну, два эпика уже упало. А вот это интересно, кто у него? Войд Драгон, Найт Кроулер и Лэм... О, нет, это мой Лэм. Лэм. А, да, это мой. Интересно. Так, открываем дальше. Сколько мы уже открыли, ребята? Мы открыли 45, ребят, почти половина. И у нас уже эпик есть. Очень здорово, это очень круто. Так, Комонка, ну хорошо, Комонка-то Комонка, но мы открываем дальше, Комон, снова Комон. Интересно, вот знаете что, ребят, мне интересно, вот эти вот новогодние питомцы, они исчезнут потом после ивента, после новогоднего вот этого ивента с конфетками, или все-таки они останутся? Если они останутся, то они очень неплохие такие. Рарка упала. Мне вот очень интересно, останутся ли они. Если же они останутся, то, скорее всего, они будут лучше, чем вот сейчас у меня одеты питомцы. Но по статистикам, знаете, вот во время торга у них гораздо меньше статистики почему-то. Странно, вот интересно, почему так? Так, открываем дальше. Комонка, ну, такое себе. Мы уже открыли 55 яиц. 55, эх, я уже думал, все-таки что-то крутое выпадет. Ну, ладненько, открываем еще. Комонка. Мы хотим еще какой-нибудь эпик. Рарка. Ну, хорошо. Ну, рарка нет. Нас уже рарка не интересует, потому что у нас два эпика. Нам нужен эпик. Ребята, нам нужен эпик. Еще один эпик. Какой-нибудь второй интересный. Что за эпик там? Нам два одинаковых упало Лемон Драгона. А интересно, вот еще там эпик. Вот этот следующий эпик. Что там такое? Очень интересно знать. Ага, еще рарка, такая прям желто-желтая рарка. Так. Открываем. Это снова Common. Еще открываем. 63 яйцо уже. И. Эх, вообще не падают вот эти вот супер недорогие, а редкие питомцы. Так хочется, конечно, выбить его. Хотя бы разочек. Ну давай. Прям хочется так его увидеть уже. Так, нет, Комонка. Может быть, надо попробовать с кем-нибудь поторговать? Может, у кого-нибудь есть все-таки? Скорее всего, у кого-то уже есть, но они, наверное, обмениваться не захотят. Опять рарка упала, ребят. Ну, рарки, знаете, такие неплохие. По статистикам, в принципе, неплохие, но... Но, эпики лучше. Так, скипаем. Открываем дальше. Так, это снова рарка, 70. Кстати, очень много рарок сейчас упало. На 100 вот этих вот открытий яиц очень много рарок упало. Сейчас посчитаем, сколько нам упало. Нам, получается, в самом начале упало 2 вроде бы. И уже упало... Что-то как-то слишком много, ребята, это как-то странно даже. Так, ну, если, смотрите, нам так падают рарки,
очень часто. Может быть, все-таки упадет еще один эпик. Если эпик все-таки упадет, ой, ребята, это будет здорово, у меня будет 3 эпика. И, возможно, нет, я хочу, чтобы что-нибудь редкое упало. Давай, 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 давай. Ребят, я уже открыл 1076 яиц. И не падало ни разу вообще ничего. Ну как вот так, а? Кому-то, может быть, даже с первого яйца выпадает вот что-то такое. Ну это везение, да. Без везения тут никак. Можно открыть и 10 тысяч яиц, и может вообще не выпасть ни одной вот этой вот легендарки. Но мы все-таки будем надеяться. Эпики-то падают. Хоть у них шанс-то маленький, но они падают. А вот другое вообще просто не понимаю, почему не падает и все. Так, рарка. Очень много рарок нам упало, ребята. Прям, ну, нереально много. Слишком много падает рарок. А может быть что-то... Так, это уникло. Ну, смотрите, просто тогда... Мне 4 рарки вроде бы за... На 100 этих... На 100 открытий, на 100 яиц упало 4 рарки всего лишь. А сегодня прям очень много их падает. Может быть, с шансом что-то сделали? Ну, ладно, давайте открываем и надеемся на что-нибудь суперское. Конечно, конечно, это нереально почти, но... Всегда будем надеяться. Надеяться и верить, что выпадет все-таки. Может быть, даже в самом-самом последнем яйце будет этот питомец суперкрутой. Так, мы открыли уже 91 яйцо, ребят. Ну и как-то у Ника 92 яйцо. Так. Нет, 93. Так, 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 так. Эх, у Ника. Ну, ребят, у 94 яйцо. А, я все-таки уже, наверное, думаю. Ну, все равно, смотрите, у нас еще осталось еще 5. И в этих 5. Ну, не знаю, ребят. Прям вот хочется верить в то, что может упасть. Но как-то не падает и все. Ну давай, common, common, common. Давай, 98. Давай, ну что? Ай, ребята, я уж думал, что-то крутое. Вы представляете, это... Это кто упал? Лемон Фокс? А нет, это Черри Голем упал. Желтый Черри Голем. Ой, я уж думал, что-то крутое упало. Там прям так взорвалось. Еще он упал, ребят. 2 раза подряд. Я его только удалил. И он сразу же упал. Это... Какой шанс того, что так может произойти? Вот это да. Ну, вот как-то так, ребят. У нас 2 эпика теперь есть. Теперь их надо прокачивать, я думаю. Будем их потихонечку, помаленечку прокачивать. И в следующий раз попробуем все-таки выбить легендарку. И... Ну, постараемся, ребят, постараемся. Вот смотрите, вот такие вот 2 лайм-драгона у нас. Но Лемон Фокс все-таки он хуже, чем легендарка. Ой, чем эпик. И надо нам еще такого одного эпика. Ладненько, ребят. Всем спасибо за просмотр. Встретимся в следующем видео. Пока-пока.